До противоположной стороны 800 метров, работа для АГС 1700. То есть фактически мы находимся в зоне поражения автоматического гранатомета. Да. Другое дело, что они не рискуют сюда его вынести, потому что река контролируется, если кто-то будет замечен на противоположном берегу. Как бы ни возмущались местные жители, но он будет ликвидирован. Вот. Поэтому стрелять издалека, из укрытий, из дальней зеленки, опять же, куда? Просто все идет по дворам местных жителей. На этом участке тяжелая артиллерия не применялась уже с марта, с февраля месяца. В основном только легкая стрелковая, гранатометы, СПГ там. Обычный, простой украинский поселок. Из 3000 жителей, которые населяли этот населенный пункт до осени прошлого года, сейчас в поселке, предварительным данным, осталось порядка 1500 человек, то есть половина населения выехала. Некоторые возвращаются. Здесь постоянно такая миграция, как только проходят слухи о каком-то наступлении, как только начинает противник активно обстреливать дворы, сейчас ловлюсь, если там часть соседей, часть улицы целая выйдет. После того, как все успокаивается, люди снова с Мариуполя возвращаются назад. Привыкают. Пулемет стреляет, АГС выходит 300. Ну, нормально. Ну, что вам сказать, условия, конечно, вроде бы относительное спокойствие, но света нет, воды нет, финансирования нет. Боекомплект ограничен, плюс сопротивление местных жителей. Не все, конечно, так. Есть люди, которые очень многие, которые лояльно к нам относятся, но есть определенная категория граждан, которые постоянно ставят палки в колеса. Вот это то, что жалобы идут, не терзают нас мало то, что и здесь, так и так нелегко там службу нести. Еще отправляют всякие запросы, кляузы, причем безосновательные, приезжают проверки. Разрывается в поселке. Это сейчас идет обстрел нижних улиц поселка Чермалык с автоматического гранатомета. Часто ребята расслабляются, бронежилеты не одевают, но сами видите. Мой жизненный опыт подсказывает, что к хорошему это не приводит. Многие мои друзья погибли. Барашку мне ранило, собаку мне ранило. Причем наши дети, детей наших убивают, за что? Раньше Гитлер напал, а сейчас кто за кого напал? Новенька, берегите себя, больных и хворых нету, больницу. Ни раненых, ни больных, ни хворых. Слава Богу. Вот эта страхота такая, ну как можно прожить? Ну, и детей надо ждать, мне правда поднимать растет. Мне детки маленькие. Ну вы все время здесь находитесь, да? Никуда. Да, я нахожусь, но я никуда не хожу. Помню, вот, да то это магазин и все. Больше я никуда не хожу. Переезжать не думали? А куда? Это во-первых. А во-вторых, зачем? Не, ну хорошо, но обстреляют. А потом, куда я приду? Это самое, так пусть уже при мне уже расстреляют этот дом. Или меня вместе с ним. Так хай стреляют. Только нас не трогают. Ну сейчас помню, я получаю
Ну, а что тысячи? Можно на тысячу. Ни дров, ни монет, а там не важно. Что можно? Созваниваются с противоположного берега, звонят сюда, созваниваются с родственниками, с друзьями, общаются, бинокль говорит, наблюдаем вас, видим, все нормально, все хорошо, укропы детей не трогают, и слава богу, мы скоро будем здесь. То есть обещают скорое возвращение домой. Здесь будет все намного мрачнее. Были люди более грубые. У них есть слово приказ. Они не руководствуются законом о милиции. У них есть приказ, они его выполняют. Если у них будет приказ занять этот дом, эту позицию и отработать противника на том берегу, они это будут делать, не задумываясь. К сожалению, мы, бойцы Днепра-1, лишены возможности стрелять даже в ответ. Потому что поднимается волна народного возмущения после того, как обстрелят наши бригады, когда мы стреляем в ответ. Кому-то это очень не нравится, что мы пытаемся ликвидировать боевиков на той стороне. Чермалык является неконтролируемой территорией, как ее называют, серая зона, в которой достаточно сложно практически. Люди не знают, как жить, они не чувствуют себя ничьими гражданами, чувствуют себя брошенными, оставленными. Ну, плюс постоянно как бы опасности, они не знают, чего им ждать завтра. Я считаю, что все это закончится тогда, когда граница будет восстановлена. Только так можно решить этот конфликт и обеспечить безопасность наших граждан.